Всем привет, друзья! Сегодня мы продолжим играть в Фрэнбоу. И... Мы так не можем найти кота. Да, говори быстрее уже, пока. С другого мира, понятно, спасибо, пока. Этот чувак задрых опять. А топор куда-то делся? А, точно, я же убила этого бедного чувака. Мне очень жаль, Жукасын, мне жаль, что я тебя убила. Больная девочка, если честно. Сам помогли этим волосатым штукам. Что еще тут можно делать? О, открыть нельзя? Нет, нельзя. Нет, они закрыли дверь. Давай ее откроем. А чё бы нет? Королева мяса. Еще что-нибудь есть? Нет. Ну теперь-то нам нужны грибы. Дизинсектор. Текст почти исчез. Написано дизинсектор. Бедный монстр. Этот жук выглядит безумно. Бесполезная дверь. О, написать на ничего не. Почему не сработает? Ладно, давай дальше пойдем. А, мы ничего не сможем сделать. А, может этому крысу дать? Билет. А что ты можешь вообще сделать? Вот спит, рад за него, спокойной ночи. Я не знаю, просто потыкну. Сейчас уже тут ничего нет. Обман, здесь нет отверстия. Даже не буду пытаться это попытаться, может что-нибудь получится. Туда. Вот только серия началась, мы уже, короче, заступили. Может что-нибудь найти, не знаю. Зачем это вообще надо? Блин, звучит странно. Ага, вспомнил кое-что смешное. Но ты не хочешь забрать чернику? Вот так подло. Забрать топор. Забрать топор нельзя. А, он на какой-то фигне стоит. А, блин.
Ой, что я говорю? Конечно, но, видимо, что Гайн делал все не так. Мастер Гайн, мисс, хотел бы я вам помочь. Там нам уже все закрыли. Так что мы не можем уже... Что сделать? Вот сюда же приделать. Уж как хрень, куда ее прикрепить? С дверью. Нет, нельзя. Это печь? Я думала, это... Типа шкафчика. Верховые горшки. Одна маленькая лампа. Сон. Уже взяла один кусок. Ну, возьми кальсоны, я не знаю. Почему бы и нет? Не закрыли дверь, так открой дверь. Ой, какие у нее ножки прикольные. Что, ничего нету, что ли? Тут вообще непонятно, зачем все сделано. Ни с чем не объединяется. Нет, там мы уже были дофига раз. Здесь, походу, что-то. Привет, дерево, привет, дерево. Или что-то связано с этой, с колодцем. Эти инсектор. Так. Стоп, того что-то есть. Потому что везде больше нигде нет. Я не... Я бы смогла из этого что-то сделать, похоже на дверь. Дверь! Конечно. Очень странно, собственно, дверь заперта. Действительно. Сначала сделала дверь, потом ее сама открывает. Заработала, ура! Какая забавная маленькая дверь. Колесо в стране чудес. Тоже там. Интересно, куда она меня приведет? Мистер Полночь, ты здесь? Что происходит? Ты кто? А вторая часть, вторая, раздвоение личности. Ух ты, мы дома. Боже, где я?
О, это кошак. Что это, шляпа? Что это за звуки? Мистер Полночь? О, нет, твоя голова, котик. Секунду, это не мой котик. Какая-то странная шляпа. Мне нужно найти своего котика. Надеюсь, он где-то здесь. Добро пожаловать домой, чудесный котенок. Надеемся, тебе нравится твоя новая кровать. Будь славный и ешь свою еду с любовью, Клара и Мия. Клара и Мия? Я не лягу в эту штуку. Забавно посмотреть, что у людей есть дом. Я возьму это, чтобы приготовить ужин для котика. Котёт для готовки вкусного супа. Это глаза, фу. Человеческая голова, кажется. Пиздец. Плита для готовки. Мама показывала, как ее пользоваться. Поставь. Думаю, сначала нужно налить воду в котел. Где тут раковина? На обычной кухне должен быть холодильник и раковина. И плита. А все остальное это фигня. О. Лопатка. Звучит как касатка, любящая лопать. Острый блестящий нож. Ты можешь пригодиться. Чтобы вытереть мои маленькие ручки. У меня нет супа, мне нужна ложка. Разрыхлитель король лев, с ним кексы самые большие. Шишка, я не прикоснусь к ней, вдруг она нападет на меня, все у тебя паранойя. От муки я чихаю, но это забавное чувство. Так, я на розу хочу нажать. Ладно. Давай, Мишка, ты восхитителен на вкус. Вкуснятина, печенье всех цветов и вкусов. Мистер Полч, эти девочки, они забрали моего котика. Мне не нравится быть эгоисткой, но это мой котик. Хотя мне нравятся и голубые платья. Дрова, чтобы держать дымоход в тепле. Не хочешь полено там взять? О, вот и раковина. Вот. Вода, вода в котле, пора готовить. Есть спички, чтобы осветить тьму, или ради забавы, чтобы взять печь. Спичечный коробок со множеством спичек. Острый нож, чтобы резать и защищать себя и котика от зла. Разрыхлитель, чтобы сделать тесто пышным и красивым. Моя вещь просто не работает. Танцующий мишка, у него нет обувки. Похоже на растение. Они не пахнут, должно быть они пластиковые. То, что тут картины мяса. О, мешок смешно пахнет, я не буду его трогать, правильно. Я не настолько люблю фасоль. Соль, очень хороший ингредиент, правильно. Ничего без соли жрать невозможно. Пахнет как сорняк из нашего сада. Открыто что внутри? Такая странная вещь, похожа на семечко. Интересно, что это за грибы такие? Красивая банка. Ты тоже любишь птичек? Не буду брать чужую еду. Во всяком случае, не всю. Ну да, не всю. Перец всегда хорош для готовки супа. Если есть чеснок, то нет вампиров. Давай возьмем чеснок, он тоже вкусный. Котик любит играть с оливками. Может, он считает, что они насекомые. Части тел белок? Не хочу знать. Я тоже не хочу, если честно. Это не приносит мне никаких приятных воспоминаний. Так. Редкое семечко, интересно, какой столько из него вырастет. Это должно кипеть. Давай вскипятим. Ох, я забыла зажечь огонь. Так давай зажгем. Довольно ветрено, спички не зажигаются. Так закрой окошко. Я закрою окно, чтобы холодный ветер оставался снаружи. Я просто сначала вообще не заметила и так. Мы не только спичку потратили. Огонь! О, у тебя все закипело. Так быстро. Я не уверена, что это подходит для супа. Нужно найти рецепт. И что, у тебя так и будет кипеть?
Так, посмотрим, что еще осталось. У нас тут ничего нету больше. О, давай пирожные купим. Ой, купим, положим тут. Вкусно и красиво. Печеньки совсем нет, чая. Повсюду карамельный вкус. Шоколадный торт мой любимый. Должна ли я? Нет, не должна. Уютно и тепло. Ура, очередное сжигание. Теперь я понимаю, чего хотела олень в клинике. Да, я сейчас... А, это тот олень. Точнее, я вспомнила, который. Их лица были знакомы. Но я не уверена. Может быть... Ой-ой-ой, все, закройте глазки. Таинственная женщина. Мне нравится синяя роза. Никогда не видела эту розу в океане. Может, это старая история? Возможно. Она подарила ей розу в знак любви. Крошечный дом посреди нигде. Прогулка по берегу не займет много времени. Похоже, что там кто-то живет. У них есть дымоход. А куда еще можно плыть? А вот это уже не весело. Здравствуй. Что это за запах? Это запах разлагающегося трупа. Скорее всего. Ну, мне так кажется, наверное. Вау, классно. Антонио... Антонио мне не рассказывал. Минутку, это большой муравей из леса? Это мог быть он, только немного моложе. Кажется, я слышала. Кажется, я слышала это название раньше. Я нет. Граммофон, интересно, работает ли он. Это рифма. Какая классная музыка, давай ее оставим. Бедная девочка, кто сделает, почему? Джаз, детка. На полках много книг и всего остального. Ничего не вышло. Пишущая машинка все еще работает. Ох, надо же, работает. Может делать еще ее потише? Ну ладно, давай оставим. Месяц упирается в стену. Это Россия. Множество крошечных картин. Здесь есть кот. Тут только котов увидишь. Когда я вырасту, у меня будет, ну, картин с котами. Еще много котов. Горящие свечи. Вижу, тебе здесь удобно, малыш. Кажешься свежим, ты все еще жив. Ух ты. Секретная бутылка с секретом внутри. Я не могу добраться сюда, мне нужен мост. Ладно. Давай на второй этаж. Через здесь. Клада для полетов или чтобы прибраться. А чтобы подняться ввысь, это еще ведьма Френ. Монстр, который любит коз. Вот открыт, посмотрим, что там внутри. Черные свечи, чтобы осветить тьму. Вот пуст. Только свечки, чтобы 5 черных свечей, чтобы освещать тьму. Сестры не похожи друг на друга. Картина с красной розой. Лестница, возможно, мистер Помощь там? Что это за звуки? Мистер Помощь, где ты? Даже не буду пытаться. Мистер Помощь, что это? Я не буду ничего трогать, пока не увижу, что это. Ага. То есть надо зажечься. А, стоп, там что-то было. Вот это что это? Ну, конечно. Только одна шляпа. Да. Посмотрим, сестры. У них та же рубашка, что была у меня в клинике. Но если эти сестры, почему они такие старые? Мистер Помощь, ты здесь, котик? Мяу. Это ты, боже мой. Боже мой, друг мой, я нашла тебя. Френ, это в самом деле ты, наконец-то?
Это я. Подойди ближе, дай мне тебя увидеть. Фрэн, как я рад тебя видеть. Я еще по тебе скучал. Ты мне снилась. И вот ты здесь. Спасибо, что не сдалась. Я люблю тебя, мой друг. Я тоже тебя люблю, мистер Понч. Я очень скучала. Дорогая Фрэн, как ты нашла это место? После того, как те люди забрали тебя в лесу, я пыталась следовать за ними. Но спустя время я заблудился. Я был слишком слаб, чтобы выследить тебя. Я пытался поймать еду и подкрепиться. Что-то произошло, кто-то схватил меня и посадил в эту клетку. Мой дорогой, открой эту клетку, нам нужно к тете Грейс. Фрэнк, я очень устал. Лишь бы это все оказалось дурным сном. Все будет хорошо, мы просто должны выбраться отсюда. Фрэнк, могу я спросить кое-что? Конечно, мистер Понч, что такое? Ты ощущал мое присутствие в своих снах? Да, ты велел принимать таблетки, чтобы найти тебя. Какие таблетки, Френ? Я такого не говорил. Ну, кто-то помог нам воссоединиться. Каждый раз, когда ты мне снилась, я чувствовал чье-то присутствие. Правда, какое присутствие? Это был не человек, но существо было добрым и мирным. Это настоящее волшебство. Хорошо, что кто-то о нас заботится. Френ, ты это слышала? Слышала? Я посмотрю, что это. Я найду ключ и освобожу тебя. Хорошо? Я люблю тебя. Привет, малыши, кто шил вас вместе. Похоже, это... Боже, мне плачет. Вернитесь и видите все. Я не могу! Да успокойтесь! Игрушечный кролик, ты ждешь Пасху. Эти ботинки слишком большие для меня. Я не могу слушать, когда дети орут мне плохо. Фрэн, пожалуйста, освободи меня, найди ключ. Мисичка, о, нет, хотела бы я снять тебя оттуда. Ты красивая кукла, мне нравится ее прическа. У вас похожие прически. Мне нравится мое платье, но эти тоже красивые. Но это венецианская маска, похоже. Пыльное зеркало и другие вещи. Эта груша на чердаке всегда веет печалью. Мистер Крыс, пора вставать. Я вообще не понимаю, что там лежит. Множество крошечных вещей. Нельзя ничего взять? Не суну руку в эту коробку. А, понятно. Не надо так пугать. Блин, это какой-то дьявольский дом, я не знаю. Духи пахнут подростками. Отсылка. Зеркало, но почему у него нет моего отражения? Зеркало не выполняет свою функцию. Его можно открыть, кстати, тут замочек какой-то тайный. Фу, это тут монстр, как много крови. Повсюду белые свечи. Я лягу и крепко выспусь, когда вернусь домой. Фу, эти игрушки так безобразны. Привет, кукла, кто тебя поймал? Пинцет, чтобы достать вещь, которую руки... Ага. Которую руки достать не могут. Милые вещицы, очень по-девчачьи. Наверное, я буду ужасной, когда вырасту. Опять она куда-то ходит. Картина выглядит очень старой. Мне кажется, это вообще все очень давно произошло. Вода, я чувствую себя беспомощно. А, это все как одно. Ой. Ох, меня напугали. Я думала, здесь никто не живет. Вот ты где, мы ждали тебя. Где твоя голова? Моя голова? Моя голова на нужном месте. Драгоценное существо из иного мира. Кто бы еще поверил нам? Полной растерянности, леди. О чем вы говорите? Фрэн Боу, это твое имя, так? Твоя мама и папа трагически погибли, очень жестоко. А теперь ты жаждешь узнать, кто их убил, так?
Помедленнее. Как так вышло, что вы столько знаете? Мы просто знаем, должны знать. Мы часть этого мира. Не печалься, плохие вещи происходят со всеми постоянно. Хотела бы я сейчас быть дома с своей мамой и папой. Не желая невозможного, ищу решение ответа. Да, но мои мама и папа никуда не вернутся. Выпей немного чая, поешь торт. Тебе станет лучше. Спасибо, но мне нужно знать, кто вам рассказал обо мне. Ты боишься, маленькая Френ? Немного я попал сюда странным образом, и этот разговор меня озадачил. Ты еще не спрашивал о своем коте, мистере Полночь. Это очень странно для девочки, которая так любит своего кота. Ты так спокойная, а ведь нашла его в клетке, голодным и испуганным. Должны дрожать от страха вместо тебя. Я неспокойная, я просто хотела представиться, я не грубиянка. Ты хочешь его вернуть? Да, прошу, я очень хочу его вернуть, он мой лучший друг. Прежде чем мы его освободим, расскажи, как ты сюда попала. Это длинная история, я сбежала из одного места. Из мерзкого места, где детям скрывают голову, чтобы понять, что с ними не так. Они друг друга получают. Фил рассказал мне секрет, и я поняла, как сбежать. Затем я пришла в лес и встретила гигантского муравья. И убила жука, это было ужасно. Потом я встретила крысу, желавшую причесаться. Затем я сделала дверь, и она привела меня сюда. Но когда я зашла, что-то произошло. Больше ничего не помню. А, еще я видела настоящую семью шишек. До того, как я сюда попала, они живут в доме мистера Антонио и любят ягоды. Я видела летающих насекомых, застрявших в дереве из-за длинных волос. Это было тоже в лесу, а теперь я здесь. Ищу мистера Полночь. Вот это приключение. Сколько тебе лет, Френ? Мне 10 лет, скоро будет 11, а вам? Нам 16 лет. Мы старше тебя, поэтому ты должна нас слушаться. Ну, вообще бред, короче. Она ж не ваш служанка. Я не хочу вас слушаться, вы не можете мне указывать. Не поинтересовалась, как нас зовут, как невежливо. И ты не должна пройти по дому без разрешения. Ты глупая? Глупая маленькая девочка без семьи. Прекратите, пожалуйста, простите, я не хотел грубить. Ты плачешь? Если ты плачешь, значит попадешь в беду. Если ты не сделаешь... скажем, ты и твой кот умрете. Ты, короче, жестокие девки. Понимаешь? Да мне не напугать. Освободите моего кота. Идиотка сама напросилась. Если ты не сделаешь, как мы скажем, плохие вещи произойдут с твоим котом. Мы заставим тебя убить его собственными руками. Нет, пожалуйста, я делаю все, что вы спросите. Хорошо, теперь слушай внимательно. Ты должна понять, над нами магический трюк. Любишь магию? Тут Кейни, я не знаю. Магия волшебна. Кто не любит волшебство? Так вот, эта магия очень мощная, страшная и опасная. Вот рецепт, будь внимательнее и точна, иначе произойдут ужасные вещи. Я не знаю, смогу ли я. Сделайте сами. Мы не можем, это нас убьет. Знаешь, мы не были такими прежде. Мы были двумя разными людьми в разных телах. Я вижу. Ну как вышло, что вы сейчас такие? Однажды ночью, давным-давно, что-то предстало перед нами. Мы думали, что это был ангел, но это было не так. Он решил, что мы должны провести вечность вместе. Он проклял нас на такое существование. Мы так и не поняли, почему. У нас есть заклинание, чтобы вернуть его. Но мы займемся этим позже, когда не будем привязаны друг к другу. Мы покажем ему, что он бессилен. Он пожалеет о содеянном. Это ужасно. Я сделаю все, чтобы помочь ему. Мы соберем вещи, которые тебе понадобятся для ритуала. Из-за того, что ты такая психованная девчонка, ты не сможешь говорить со своим котом.
Тебе придется ждать, пока мы не вернемся. Прошу, дайте мне поговорить с ним. Позвольте дать ему еду. Нет, нельзя. И Френ, ты видишь этот ключ? Ты хоть представляешь, что им можно открыть? А, глупая-преглупая девчонка. Ха-ха. Идиотки две. Ой, как много времени-то прошло. Ладно. Она в ступоре, короче. В общем, на этом все, и продолжим в следующей серии. Мы поговорили с двумя ненормальными, жестокими девчонками, хотя это... они, по-моему, очень злятся на того чувака и вымещают свою злость на Френ. Ну, в общем, на этом все, и... мы будем готовить зелье в следующей серии. Всем пока.